Всем привет, вы на развлекательном канале ГАЗ, меня зовут Алекс Кокос, и сегодня я расскажу о нескольких страшных мультиках, которые я объединил в одно видео, ибо все равно не найду по ним много инфы. Поехали! Это всего лишь наполовину анимация, все персонажи имеют огромную лукообразную голову, но прикрепленную к реальному телу, что уже выглядит крипово. И это еще до того, как начинается настоящий ужас. Созданная студентами Иерусалимской академии искусств и дизайна, улыбка появилась на свет в 2005 году. Трудно понять, как и почему возникла концепция, история больше похожа на яркий ночной кошмар. Если вкратце, то молодой человек приходит в гости к друзьям и вдруг начинает чувствовать, что что-то не так. Странное поведение девушек вызывает озноб и что-то подсказывает, что пора уходить. А вообще, не нужно вникать в суть, эта короткометражка создана для других целей. Опять мультик под названием «Улыбка», но не имеет ничего общего с первым. Это не сюрреалистический бессвязный кошмар. Флэш-анимация Александра Василевского – это спокойное и последовательное повествование, если рассматривать с точки зрения холодной жестокости. Синопсис прост, кучка жюри с помощью очень жестокой пытки заставляют подопытного улыбаться. Это можно интерпретировать, но абсолютно по-разному. Например, как государство при помощи СМИ заставляет граждан закрывать глаза на важные вещи в стране. Трактовок может быть много, но суть, думаю, ясна. Художник и режиссер Эндрю Хуанг создал потрясающую короткую анимацию к безуспешным попыткам людей найти свое настоящее лицо среди бессмысленных образов, которыми нас кормят СМИ. Его месседж может показаться холодным и бессмысленным, подкрепленным экспрессивной анимацией, но от этого идут мурашки по коже. Неумолимый финал подчеркивает, казалось бы, тему многих пьес, а именно чувство безысходности. Крис Ландрет – ветеран компьютерной анимации. Его новаторская работа помогла улучшить одно из первых приложений для компьютерной анимации Maya. Короткая работа 1998 года под названием «Бинго» является первой в его карьере. Несмотря на это, она очень и очень хороша. В то время никому даже в голову не приходило создать анимацию с таким количеством движущихся элементов. Невероятно сложный и непредсказуемый визуальный стиль является идеальным дополнением к сумеречным размышлениям над индивидуальностью человека. На темной сцене в свете прожектора сидит одинокий человек. Похоже, он не знает, кто он и как сюда попал. Но другие, присутствующие в театре, по очереди подходят к нему и говорят, что он клоун Бинго. Метафора. Только когда в театре выключат свет и опустят занавес, вы поймете, кто вы на самом деле. На этом все. Опять мультик под названием «Улыбка», но не имеет ничего общего с первым. Это не сюрреалистический бессвязный кошмар. Флэш-анимация Александра Василевского – это спокойное и последовательное повествование, если рассматривать с точки зрения холодной жестокости. Синопсис прост, кучка жюри с помощью очень жестокой пытки заставляют подопытного улыбаться. Это можно интерпретировать, но абсолютно по-разному. Например, как государство при помощи СМИ заставляет граждан закрывать глаза. Купи футболку по ссылке в описании. Всем привет, вы на развлекательном канале ГАЗ, меня зовут Алекс Кокос, и сегодня я расскажу о нескольких страшных мультиках, которые я объединил в одно видео, ибо все равно не найду по ним много инфы. Поехали! Это всего лишь наполовину анимация, все персонажи имеют огромную лукообразную голову, но прикрепленную к реальному телу, что уже выглядит крипово. И это еще до того, как начинается настоящий ужас. Созданная студентами Иерусалимской академии искусств и дизайна, улыбка появилась на свет в 2005 году. Трудно понять, как и почему возникла концепция, история больше похожа на яркий ночной кошмар. Если вкратце, то молодой человек приходит в гости к друзьям и вдруг начинает чувствовать, что что-то не так. Странное поведение девушек вызывает озноб и что-то подсказывает, что пора уходить. А вообще, не нужно вникать в суть, эта короткометражка создана для других целей. Глаза на важные вещи в стране. Трактовок может быть много, но суть, думаю, ясна. Художник и режиссер Эндрю Хуанг создал потрясающую короткую анимацию к безуспешным попыткам людей найти свое настоящее лицо среди бессмысленных образов, которыми нас кормят СМИ. Его месседж может показаться холодным и бессмысленным, подкрепленным экспрессивной анимацией, но от этого идут мурашки по коже. Неумолимый финал подчеркивает, казалось бы, тему многих пьес, а именно чувство безысходности. Крис Ландрет – ветеран компьютерной анимации. Его новаторская работа помогла улучшить одно из первых приложений для компьютерной анимации Maya. Короткая работа 1998 года под названием «Бинго» является первой в его карьере. Несмотря на это, она очень и очень хороша. В то время никому даже в голову не приходило создать анимацию с таким количеством движущихся элементов.